Здорово. Ты где? Там же? Там же. Как дела? Хорошо. Там неприятная случилась большая? Ты... Там один еврей... А? Говорят, еврей один погиб из Днепропетровской еврейской общины. Так что там случилось? Ну, еврей погиб один из Днепропетровской еврейской общины. Вот я сейчас в синагоге. Что он там делал? Ну, не важно, что делать. Сказали, за твою голову теперь дают, блядь, большие деньги. За мою? Миллион долларов. За твою, да. Причем сказали, будут искать везде. Ну, просто сказал, что ты даже, я хотел тебе сказать, ты сиди, наверное, в Москве никуда не езжай. Игорь, я тебе хочу сказать такую штуку. Вот есть... Да. В Африке есть такие... Завтра будут твоих людей отлавливать тут. В Африке есть такая... такой яд. Слушай, мне похуй, что есть в Африке, ты мне вот эти майфы не рассказывай. Я тебе рассказывал, что в синагоге в преддверии шаббата была молитва. Помолились за убитого этого товарища Шлемкевича, еврея, которого убили в Мариуполе, блядь. Так вот. И сказали, что виноват во всем царёв. И завтра первыми, блядь, будут искать всех твоих близких, блядь. Ты скажи, чтобы мы не уёбывали отсюда лучше. Потому что мы их будем вешать прямо на площади, блядь. Понятно. Я говорю, знаешь, ты скажи еще Маркова, чтобы он сюда не ехал. Но в Украину. Ни при каких условиях. Да, алло. Да, не звони. Что-что? Не звони ко мне. Тебе не звонит? Все, давай, пока. Давай, все.